Так, остаешься без дышек. Вы сами себе накажете сразу. Кто пролил? Кто пролил здесь? Кто пролил? Они толкали. Девочки столкнулись. Они это не имеет значения. Она пролила, свой пад пролила, она без этого остается. Не надо это. Девочки пролили, не двигайте это. Так, наполнить у нее. Пролить это означает погибшее. Откуда брать-то? У нас точно по размеру. Значит, кто пролил, тот остается без этого, без компота. Голову подобрать. Так, подожди. Смотрите, за стол. Приглашайте, где дети? Мальчики где? Еще не пришли мальчики, нету, некого. Девочки сядут туда. Никита, я буду блокировать их сейчас. Так, за стол. Ну, надо быстро было вернуться. Смотри, кошку не выпусти. Смотри, раз, и дверь закрывай. На себя смотри. Раз, внимательно. Ну, сколько времени прошло, почему их нет? 7 часов ужина, он прекрасно знает. То есть такое небрежение к жизни, вот я у Никиты говорю, это он нарочно живет. Нарочно, то есть ни сострадания, ничего не нет. Все, заново начинаю вталкивать. Что, без родителей? Родители бросили ребенка. Так и вырос один. Улица. Он не понимает, что гибнет, допустим, это рыбу даже вываливает, и то понимает кверху, когда она рыба и так была уже во фляге, ее задеть нельзя, она вся изранена. Это потихоньку как-нибудь поднял, сверху играет, она бьется в камыш. Я как глянул, так ахнул. Как говорит, упыри. Да разве можно так жить на свете? Ты даже хочешь проверить внизу ласточки, где этот, когда она вылетит, в это время потихоньку там как-нибудь, да, чтобы ее не спугнуть. А он не понимает этого, давит и все как медведь. А сказал, ничего, осудил. А ты не судить, потому что это предохранение. Вот сейчас 7 вечера, они пришли, могли, я переоделся, они раньше пришли, не переоделись. Он то есть идет мимо и не видит. Вот она ходит. Мыши везде бегают, их ни одной мышки не будет. На улице не выпускать, уже на улице кошка была. Если ты слушаешь или читаешь? Так, говорят, мы не будем ждать, нам некогда, у нас своя работа. Благословляй Господь. Господи, слава тебе. Я сети дары твои слова истинные молитвы. Прибуди с нами, Владыка, хвала тебя, Отец и Святой Дух. Аминь. Посмотрите, сегодня у меня день рождения. Катя, Галя, ты куда пошла? Иди сюда. Дают мне вот это вот здоровье. Лучший брат, лучший друг. Открой, что это такое? Что мне дали, я все принес сюда. Сейчас терапия у меня остановила. Это значит, мало ли? Ого. И вот это вот, и с этим вот, вот это вот, это Серафима завтра отдать, а это растаяло. Серафима Гавриловна, 90 лет который. Это Татьяна сунула один. А расскажи, что там? Так, вот это, нате вам, открытка. Вот, открыточка. Да. Лучший друг. Лучший друг. Это вообще. Малинка. Откройте. Читай, что написано. Дорогой брат во Христе, учитель, наставник Игнатий, за то, что выручишь, поддержишь и поймешь, за то, что нужные слова всегда найдешь, хочу сказать спасибо, спасибо я тебе, ибо зло ведь лучший брат достался мне. Сестра во Христе, Татьяна. Гора. Да. Что означает гора? Где гора? Грозная. Грозная. Спасибо. Давай, за стол садитесь. А ты все это раздай, чтобы дети могли покушать. Давай. Что есть? Полейка, хочешь дети побежали? Все, накрывайте. Ну, это вот как раз твой компотик. Все, Игнатий Ильич, налейте, а то он сейчас уйдет. Поест, попьет и все. Оставьте нам, там на раздачке, а то нам тут сейчас не сидеть. Бедегнать я хочу торопиться. А, ой. Слушай, торопиться. Дежурные мои. Безрукавым, за стол не садиться. Ухарки тоже, надевайте руки до рукава. Ура, ваша, садишься, пока сажусь. Садишься.